Да, банька – это святое. Каждое воскресенье у них парилка. И купель обязательно. По Молотовым хоть часы проверяй. В среду, да, и правда, было дело. Я еще удивился, тогда сильно, что-то вдруг баню, я тогда удивился еще сильно, что-то вдруг баню затопили. Вроде как не воскресенье. Часов в 5. Я еще передачу про рыбалку смотрел. А тут дымком так вкусно потянуло. И говорит, да что ж, я не понимаю, что ли? Ну, понятно.